Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстван, и снова мы играем на режиме выживания, многие просили, так что давайте посмотрим. Итак, что в самом начале? Ну, во-первых, надо поломать вот этот центральный дом. И знаете, как его надо поломать? Многие люди его неправильно ломают, надо первые два куба высотой обязательно оставить, это основа нашей будущей защиты. Так что рано перезаряжаю. Ну вот если сейчас кто-нибудь начнет ломать, то это будет большое горе, потому что, не знаю, каждый кубик бесценен, и надо каждый кубик попытаться сохранить. Буду надеяться, что никто сейчас не начнет ломать основание этого дома. А все, что выше двух кубов, как я уже говорил в прошлом видео, это зло, потому что они мешают, загораживают обзор. Так, где тут что недорушили? А, вон там красный. Все, отлично. У нас вроде и команда неплохая, и сломали как надо. Так, ну в самом начале я обычно, знаете, держу центр до последнего, а потом уже убегаю куда-нибудь в края. В принципе, центр не такое плохое место. Не знаю, почему некоторые его так рано покидают. В принципе, его надо держать как можно дольше, потому что кубы тут есть, и даже очень немало. То есть, если кто видел мое прошлое видео, так мы практически все 10 волн в центре стояли. Конечно, я не знаю, наверное, есть рациональное зерно в том, чтобы уходить в угол, но не в том, что, ну, скорее всего, заключается оно в том, что, во-первых, проще всего отбиваться от зомби, потому что ты знаешь, с какого они направления к тебе пойдут. Во-вторых, зомби прибывают постепенно, то есть если вы в центре, то они, где бы они ни спаунились, с какого края, они уже скоро будут у вас. Так, все. Бежим на передовую защищать наши кубы, а нет, в другую сторону. Вот там зомби сейчас появится. Так, и чуть-чуть ниже. Ну, здесь и так народу хватает. Моя помощь на первой волне тут не особо нужна. Так, давайте этот потолок снесем, который загораживает обзор. Так, еще 30 секунд, пойдемте еще здесь поработаем. Вот этот третий слой надо снести. Вообще надо сносить все, что выше двух кубов. Потому что в любом случае это упадет, когда зомби будут подкапываться. Да, есть рациональное зерно, в этом все-таки можно как-то подольше прожить на трех кубах. И пока не убьют нижние два куба, третий куб не упадет, да. Но все равно. Все равно это будет незаметно, они подкопаются вам под ноги, и вы даже не успеете увидеть, как они вас уже убьют. Так, где тут кто? Зомби. Не знаю, меня по крайней мере радует, что никто уже... Так, вот уже кто-то начинает, да, сносить что-то. Зачем? Ребят, что вы тут вообще творите? Идите отсюда. Не знаю, что-то люди стоят на месте, ничего не делают. Так, ну я начну маленько укреплять центр. Так, третья волна. Нет, не в том направлении бегу. Перезарядочка. Так, у нас первые жертвы от зомби. Да, кстати, надо бы чат закрыть. Я постоянно забываю отключить чат, а там ведь часто и ругательства всякие бывают. Не каждый человек это любит. Так что отключаем. Так, сносим третий ярус. Все, отлично. Теперь можно застраивать центр. Как видите, если мы дом сносим не под самое основание, так, все, пора идти, то центр довольно-таки легко укрепить, потому что много кубов остается от основания дома. Так, где у нас? Где зомби?
Тут ребята ближайшие стены защищают. Это они, в принципе, зря делают. Все равно это все... Ох ты, ё. Блин. Потерял здоровье так нелепо. Что-то много зомби. Пора бы уже отходить за вторую стену. Так, что, остались еще где-нибудь зомби? Отлично, дальше укреплять центр. Конечно, обидно, что я так здоровье потерял нелепо, свалился в яму. Теперь... Мне достаточно будет какого-то одного неосторожного движения, и меня убьют зомби. Поэтому будем вести себя более осторожно. Так, 9 кубов остается. Так, все, центр у нас закрыт. И вот тут еще бока бы неплохо бы заделать. Но кубов уже нету. На самом деле, если вот вы адекватно оцениваете свои силы и считаете, что вы долго не проживете, лучше тратьте кубы раньше. То есть до того, как вы помрете, и ваши кубы пропадут просто в никуда. Так, начало следующей волны. Не знаю, зачем вот там такие баррикады настроили, они нам не помогут сейчас. Ладно, давайте на них заберемся. Зомби сейчас попрут где-то здесь. Вот там пониже. Ну и здесь тоже. Ух ты, ё, сколько вас. Не, я дальше отойду. У меня не так много здоровья, чтобы рисковать своей жизнью. Так. А зомби-то уже прессуют, хотя волна еще не такая уж и большая. Видать, у нас плохая огневая поддержка. Ох ты, ё, я упал. Боже, мамочки, спаси меня. Так, что, где еще есть зомби? Ни одного не вижу. Вот она. Все, следующая волна начнется вскоре. Да, знаете, хорошо бы еще такие бортики сделать, чтобы людям было куда забраться. Но они и зомби сдержат, ну и люди вот не будут страдать, боясь, как бы им попасть домой. Вот это вот, не знаю, кто-то зря тут построил. И даже рушить некогда, потому что шестая волна на нас вот так. Нападать будут с этой стороны. Пойдем уже на передовую. Главное не медлить, потому что надо очень большой ДПС, постоянно в кого-то стрелять, потому что чем дольше вы медлите, не стреляете по зомби, тем больше кубов у вас снесут, а у вас каждый кубик на счету. Чем больше кубиков остается, тем дольше живут люди. Но у нас тут совсем нету огневой поддержки, как видите, я тут, не знаю, практически один стою.
Эти кубы защищают всех, и тех, кто там в углу стоит, прячется. Вот пока центр не возьмут, они могут спокойно жить. Поэтому хорошо бы здесь все-таки больше поддержку иметь, нежели вот в данный момент. У нас здесь почти нету бойцов. Поэтому я сразу делаю прогноз. Команда у меня сейчас плохая, и далеко мы не дойдем. Так, где там еще зомби? Тут вот под ногами один копошится. Вот он, видите, третий ярус. Я уже его не вижу. Третий ярус мешается. Вот он подкопался, его не видать. Он бы мог его и обрушить, и я бы даже не заметил, как упал бы ему на голову. Ну, я бы заметил, я потому что с опаской хожу по третьему ярусу. А вот другие игроки спокойно на этом помирают. Поэтому все кубы, которые выше двух, прошу уничтожать, ребят, сразу. Ох ты, ну вот это я, конечно, сейчас зря уничтожил. Так, надо застраиваться, в принципе. Да ладно, моих 11 кубов тут особо не спасешь никого. Ну, хоть чуть-чуть. Я, как правило, пытаюсь в самый последний момент покидать центр, когда уже действительно невозможно. Потому что чем дольше я держу центр, тем дольше проживут все остальные и края, и прочее. Седьмая волна началась. А мы тут еще только шестую добиваем. Так, ладно, сейчас грянет большой фронт вот с той стороны. И нам будет жарко, ребят. Очень жарко. Вот здесь вообще кубов нету. Как обороняться-то? Как выживать? Ох ты, черт, ребята, страшно. Страшно, мать вашу. Скоро уже уходить придется. Понятно, эту волну мы уже таким небольшим количеством человек не сдержим. Ну, точнее, не сдержим ее в центре. Придется отходить в края. Вот один уже убежал. У нас тут на центре, по-моему, только двое осталось. Вот один мой напарник умер. Я остался один в центре. Я совсем один, ребята, мне страшно. Зомби окружают меня. Зомби повсюду. Как жить вообще? Каким богам молиться? Они подъедают фундамент подо мной. Блин, сдохните, сдохните, мерзкие зомби. Что ж такое? Как вообще отсюда выйти-то? Блин, все страшнее и страшнее. Так, ладно. Пора драпать, друзья. Драпаем, драпаем, драпаем. Уходим. Я даже оборачиваться не буду. Любое промедление может означать смерть. Но, скорее всего, прямо за мной сейчас особой толпы нету. Наверняка они там до сих пор где-то кто-то на кубиках. Ну, кто-то, может, и побежал за мной, но, думаю, ничего страшного. Все, бежим к остальным. Кстати, вот мне кажется, была бы, возможно, неплохой тактика, как бы это сказать. Ну вот, один бежал, да? Или сколько их тут? Несколько. Неплохой тактикой отвлечения зомби, да, то есть кто-то выбегает, бьет зомби и бегает по кругу перед стенами, пока зомби бегают за этим человеком, база живет, другие их отстреливают там по пятам. Ну, мне кажется, даже вот при такой тактике можно было бы прожить, но я боюсь брать огонь на себя, у меня всего 20 хп. Не думаю, что кто-то из тех, кто сейчас здесь в центре с нами, тоже решится на такой отчаянный ход. Блин, 10 кубов. У меня всего 10 кубов. Там вот еще двое ребят есть совсем в другом углу. Ну, не знаю, посмотрим. Если они вдруг проживут дольше, я к ним побегу. Если жив останусь. Может, у них... Ох ты, ё-моё, зомби взобрались на баррикады. Что же делать-то? Бегаем по кругу, отвлекаем, отвлекаем. Может быть, они за мной бегут. Бегаем, 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 бегаем. Возвращаемся.
Так, тут, кстати, наши товарищи все оказались не такие прыткие, уже, похоже, померли. Так, ладно, пойду на юг к нашим друзьям, не пойду. Ну что ж, друзья, на этом все. С вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.